Всем привет, друзья! Меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик. Сегодня мы поиграем в Спанч Боб's Day of Terror. Я не знаю, что это такое, тут меня поприветствовали вначале, нажимаем Play Game. И, в принципе... Чё, стартуем? Да, стартуем, я не нажал, кажется, первый раз. Опа! I'm ready! Здравствуйте, мы играем за Спанч Боба. Что нужно делать? Buy ticket here. У меня нет денег, чтобы купить этот тикет-то. А, ну давайте пошлите зарабатывать. Так, здравствуйте. Ага, здесь какой-то мусор есть. Куча мусора. Куча-куча мусора. Так, $3 есть. Я не понял, от кого мне нужно сейчас бегать-то? Ладно, окей, давайте сейчас денежки быстренько заработаем. Кто-то должен, наверное, меня убивать или что? Так. Ага, ну не собирается, ладно, возьмем это. 4,5. Плохой гамбургер не собирается. А другой плохой гамбургер? О, собрался, интересно. Что за обманка? Этот не хочет собираться, какой-то гаденыш. Так, Rock Bottom. Ага, это название города, типа, да, такое? Все, я понял, окей. Сейчас, ребята, разберемся, что тут нужно сделать. Я, конечно, первый раз в эту игрушку играю. Последнее время я решил немножко поиграть в Спанч Боба. Скачал пару игр. Вот так что на канале, ребят, не удивляйтесь, что за последнее время так много Спанч Бобов вышло. Так, это что у нас такое? Опа. Здрасте. Ничего не сделаешь здесь. А вон там что-то тоже крутится. Очки какие-то. Ну я не могу гамбургер дурацкий подобрать. Ну как раз таки у меня $1,5 не хватает на гамбургер. Ну не на гамбургер, на билет. Но у меня не собирается этот гамбургер вон тот. Что с ним такое? Я не пойму, что-то сломанный он, что ли, или что? Это последняя вещь, которая мне нужна. Давай, собирай. Да собирай ты, ё-моё. Он не хочет ее собирать никак. Я не понимаю, что не так-то? Что с ней не так? Ну ладно, будем считать, что оно собралось, либо оно какое-то багованное, я не понимаю. Может, какая-нибудь еще есть секретная тут вещичка? Что-то мне подсказывает, что нет. И мне придется играть заново или что? Ну, давайте попробуем. Может быть, сейчас у меня хватит купить. Нет, $9 четко написано. Что за дела? Ну, я перезапустил, короче. Видимо, это багованный какой-то был бутерброд. Сейчас будем собирать другие. Бац, бац, подушка что-то там, да? Бутик этот тухленький. Сейчас. В общем-то, вещи поменялись местами. Это кто пукнул? Это точно не я. И не вы, тем более. Что за... фигня. Не понял, блин. Ладно, окей, ну что... это ты? Ох ты! Блин! Чё за... я проиграл? А, я проиграл! К пукольщику подходить нельзя было. Все, я понял, извините. Больше не будем. Вон он. Ё-моё. Он ко мне приближается? Чё за... отвянь, алё! Пердунчик! Офигел, что ли? Все, я понял, куда мне точно не стоит подходить. Вот оно чё! Это мой монстр, да? Все. Тихо. Ё-моё, где-то пукает. Где-то снова пукает. Ой-ой. Ладно, аккуратненько обходим. Мне еще два предмета надо, буквально. Вон они. Так, сейчас мы их соберем и идем билет покупать. Главное, что тут меня гаденыш не поймал. Все, $9, ребят. Погнали. Живем. Главное, живем, чтобы меня не убили. Так, двери открылись. Все, покупаем билет. Куда билет будет, интересно? Ага. Чего? Кого-то мы привезли? Или что? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Пукольщик, отвянь. Пукольщик, отвянь. Я тебя умоляю. О, нет. Все, он отстал. Ништяк. Погнали тогда, сейчас подходим к этой тачке. Что это за такая машина-то? Такс, что с ней надо делать? Тихо. Где-то появился. Не пойму где. Где-то есть он. Нам надо в тачку сесть или что? Ага, вот сели. Ух, нифига себе. Все что ли? Я прошел? Че за... подожди. Серьезно? Чё-то не понял. Бильберда какая. Давайте-ка мы еще раз пройдем.
Я ничего не понял, потому что... Ну все, ребят, я снова собрал денежки для билетика. Сейчас мы его купим быстренько. И... Ой-ой-ой, тут эта бильберда близко. Ага. Все, приехала тачка. Сейчас мы в нее садимся и сваливаем. Ну что-то мне не верится, что это я всю игру уже прошел. Смотрим-ка. Походу, серьезно. А, да? Нифига себе. Ну окей. Ладно, давайте сыграем тогда еще в одну игру про Спанч Боба, потому что это уж совсем мало. Какая-то жесть прям. Всем привет, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новый ролик по игрушке The Krusty Cellar. Это, короче, что-то связанное со Спанч Бобом, понятное дело. Тут написано то, что это неофициальная игрушка Спанч Боб Сквепенс. Или как там правильно-то? Най, короче, Спанч Боб квадратные штаны, да? У нас тут есть опции, в принципе, ничего такого сверхъестественного. Игрушка весит немного, мы нажимаем играть. Ага, за кого мы играем, я не знаю. Так, идите вниз и поговорите с мистер Крабсом. Управление. Вот так вот мы ходим, достаточно странно причем. Shift бегать, escape пауза. Ага, сюда мы не выйдем. Ну тупо вниз что ли спускаться, куча тут денег. Мы за какого-то мальчика что ли играем. Так, надо по лестнице, да? Ага, бац. О, здорово, мистер Крабс. Как тебе дела? Так, что нужно сделать? Ну, а. Ага, подожди. А, надо было с ним поболтать, вот что. Спанч Боб, мой мальчик. Плохие новости. Чё? I hide the formula in... А, он, видимо, рецепт, что ли, спрятал в шоколадке. Что такое шоколад-бар, я не знаю. И я это где-то потерял. Найди это для меня. Нифига ты офигевший. А я-то почему должен это искать, а не ты? Я даже не знаю, куда мне идти. А, вот сюда, походу, да, все-таки? Ну ладно, окей, мужичок. Press space. Нажимаем space. И можно снова закрыться. Нужно найти плитку шоколада. Бар, это, наверное, плитка переводится, да, что-то типа того. У нас тут вот как раз этот целлар и есть. Это что-то типа подвал, лабиринт. Это кто был? Это кто такие? Здравствуйте. Это, конечно, все прекрасно, тут есть план. А, это мы тут. Серьезно? Чё за... Червяк какой-то. Ладно, окей, ну давайте исследуем тут, посмотрим, что тут есть вообще для начала. О, смотри, еще какая-то дверь. А тут что? Ну нифига себе. Этот мистер Крабс себе заныкал столько всего. Столько у него тут золота, блин. Наглёшь просто высшей категории. Бабуся какая-то. Она разворачивается? Что за... Не понял, это кто такие вообще? Это типа монстры такие тут не страшные? Чё за фигня? Так, ладно, это тоже откроем. Можно это использовать. Открывать, закрывать. И мы нашли, ребят, этого червяка. И он исчез. Появился. А там кто? Снова червяк. Чё за червяки такие? Берут, исчезают. Не понял. Ладно, окей. Еще один, смотри, смотри, смотри. Здорово, че... Ох ты, блин. Тихо, это что, типа скример? А, он меня убивает. А почему они некоторые... Этот, как его? Ага, некоторые этот исчезают, некоторые нет. Ладно, фигня, короче, какая-то. Я тут еще бегать могу, я забыл совсем. Так, нам не сюда. Нам сюда, ребята. И, в общем-то, действуем очень аккуратно. Их нужно обходить стороной, я так понимаю. Так, ну, что же мне делать, когда они не пропадают? Сами по себе. Вот, например, как тот, который меня убил. Я даже и не знаю. Так, ладно, мы туда не пойдем. Это нам не надо, скорее всего. Так, ну, интересно. Подвальчик такой у мистера Крабса тут. И нам нужно что-то найти. Ну, это что-то типа хоррора. Ну, уж больно он такой простенький, что ли. Где она тут где-то? Шоколадка. Эй, пропадай давай. Все, спасибо. Забираем. Вернитесь к мистеру Крабсу. Окей. Возвращаемся.
Чё за? Мужик, ты кто? Ё-моё. Чё за? Подожди, надо сваливать отсюда. Меня что-то окружают тут со всех сторон. Открывай. Бабка какая-то. Так, ладно. Свали. Чувак, свали, червячок. Спасибо. Так, проходим дальше. Черт, я сам себя в тупик загнал. Серьезно, блин? Надо было эту идиотскую дверь раньше открыть. Так. Ага. Блин, эти червяки, они отовсюду лезут. Пропадай, я тебя умоляю, чувак, мне надо сваливать. Текс. Здесь что, все чисто? О, тихо. Я понял тебя, дорогой друг. Аккуратно. Бабок сколько здесь этих? Это что? Там проход есть? Да, тут есть проход, помните, мы ходили. Но исчезнет ли эта бабуся? Исчезла. Так, живем. Ну, ай-яй! Червяк огромный! Что с ним делать? Как, ё-моё, чё тут за такая билиберда? Закрылись, все. Я прошел. Мистер Краб, все хорошо. Спасибо тебе огромное, бой. Ага. Я тебе что-то сделал надбавку, что ли, что-то такое в этом месяце. Все, я победил. Вот же коротенькая игрушка. А, я думал, она подлиннее будет. А тут так мало вообще оказалось. Да, это не игра от создателей Спанч Боба. Ну и все, конец, в принципе. Вот такая вот игрушка, ребята. Быстренько поиграли, быстренько прошли. Фановая короткая игра. Извините, что видео не такое длинное получилось. Я на самом деле рассчитывал, что эта игрушка будет подлиннее, но... Раз такая она маленькая, то такая маленькая. Чё тут? Её быстро я еще к тому же прошел. Вот, можно было, конечно, потупить, но... Чё-то как-то у меня все неплохо получилось. Я там оббежал, да и все. Эти монстры мне даже ничего не сделали. Вот такой вот был, ребята, подвал Красти Крабса. На это все. Не забывайте делать стандартные ютубовские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока.